следим за вашим передвижением на бару. Да. Вчера вы прокатились на канатной дороге, где мы сейчас находимся. Обратно, у меня же молодой парень не хотел меня пускать, потому что я без маски. Что? Да, реально было. Я говорю, ты в маске, тебе нравишься? Нет. Я же делаю все, чтобы... Ну, опять-таки, здесь опыт, да? Я не стал зарубаться. Он говорит, вот возьмите, оденьте маску. Я говорю, не одену. И в итоге что? Ну, нет, в итоге, я говорю, зови свое начальство, там, руководство. Я же не буду с ним ругаться. С этим. Я говорю, пропускаю людей, я постою, подождут твое начальство вообще. И в итоге он плюнул, допустим? Нет, в итоге подошел начальник и, увидев меня, сразу ему сказал на ушко, меня пропустили.